Известный таджикский дзюдоист Сомон Махмадбеков завоевал золотую медаль на Азиатских играх в Ханчжоу. Поистине это радостная весть. Спортсмен из Таджикистана показал высокое мастерство и технику в этом зрелищном виде спорта – дзюдо. Сомон Махмадбеков победил дзюдоистов из Палестины, Кыргызстана, Южной Кореи и таким образом стал чемпионом 19-х Азиатских игр в Ханчжоу. Другой наш спортсмен Бехрус Ходжазода стал бронзовым призером этих престижных соревнований, которые проходят с 23 сентября по 8 октября текущего года в городе Ханчжоу Китайской Народной Республики. На Азиатских играх установлен 481 набор медалей по 40 видам спорта. В этом турнире выступает 138 спортсменов из Таджикистана в 18 видах спорта. Победителям и призерам Азиатских игр, которые проходят в Китае, присужден приз президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Спортсменам, которые завоюют золотые медали, на этом соревновании будет присуждено 150 тысяч сомани. Серебряные медали – 100 тысяч сомани и бронзовые медали – 50 тысяч сомани. С опорой на мудрую политику лидера нации в целях поддержки спортсменов на 19-х Азиатских играх принято соответствующее постановление председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, согласно которому обладателям золотых медалей будут вручены ключи от трехкомнатных квартир, серебряных медалей – от двухкомнатных квартир и бронзовых медалей – от однокомнатных квартир. Зумрад Файзиева, Зухро Самадова, новости.